Қазақстанның өкімет басшысы Қырғызстанға іш сапарменен келді. Қазақстанның премьер-министрі Алихан Смаилов жұмысшы сапарменен Қырғызстанға келді. Аны Манас еларалық аэропортынан Қырғыз Республикасының министрлер кабинетінен төрағасының бірінші орынбасары Арзыбек Қожашев тосып алды. Бүгін 29 апрелде Қырғыз-Қазақ өкіметтер аралық кеңесінен 10-ші жиын өтеді. Айта кетсек, февраль айында өткен Евразия өкіметтер аралық кеңесінен кезектегі жиынының алқағында Қырғызстанның министрлер кабинетінен төрағасы Ақылбек Жапаров менен Қазақстанның премьер-министрі Алихан Смаилов жолығушқан. Анда Жапаров Смаиловты апрель айында Қырғызстанға іш сапарменен келіп кетуігі жана Қырғыз-Қазақ өкіметтер аралық кеңесінен 10-ші жиынын өткөрүүгө чакырган. Булак Марал FM. Өкмөттүн тактоосу. Ақылбек Жапаров ооруканадан убактылуу чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Ақылбек Жапаров ооруканадан убактылуу чыкты. Буга чейин саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Жапаров кардиология жана терапия улуттук борборунан чыкканын маалымдаган. Министрлер кабинетинен билдиргендей, өкмөт башчы Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынына катышат. Бүгүн ушул жыйынга катышуу максатында Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов Бишкекке келди. Жыйын соңуна чыгып, конокторду узаткандан кийин Жапаров ооруканага кайтат. Өкмөттөр аралык кеңештин жыйыны Аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан кезде тежердам кызматынын дарыгерлери ошол жерде нөөмөттө турат. Эске салсак, кечээ Акылбек Жапаров Мирахимов атындагы кардиология жана терапия боюнча улуттук борборго жүрөгү ооруп жаткырылган. Бейшеналиев инфаркт алдындагы абал деп шек санап, бирок ал диагноз тастыкталбаганын айтты. Ооруга узак убакытка учканы себеп болушу мүмкүн деген божомолун айткан. Жапаров мындан бир нече күн АКШ-дан кайтып келген. Булак Спутник кечи. Сиздер менен Бишкекте жүз көрүшүп отурганыбызга чын жүрөктөн кубанычтабыз. Быйыл Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлүшүнө 30 жыл толуп турат. Мындай маанилүү мааракелик жылы эки өлкөнүн өкмөттөр аралык кеңештин кезектеги 10-чу отуруму өтүп жаткандыгы бизди албетте абдан кубандырат. 30 жыл оңой мезгил эмес. Мамлекеттерибиздин, элдерибиздин жашоо турмушу кыйла өзгөрдү. Ысыгына дагы, суугуна дагы башыбыздан бирге кечирдик. Жаман жакшылыкта чогуу болуп, үйдө да өбөк, ылдыйда жөлөк болуп дегендей ар дайым бири бирибизди колдоп келгенбиз. Бул мезгил аралыгында кыргыз-казак мамилелери жакшы коомчулук, бир туугандык жана достук принциптерин негизинде ишенимдүү өнүгүп келди. Эки бордош элдин бакубаттыгы үчүн бардык деңгээлде конструктивдүү жана жемиштүү түрдө саясий диалог, соода экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштар уланууда. Кыргыз тарап түбөлүк достук жана союздаштык мамилелер жөнүндө келишимдердин духунда Казакстан менен эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө жана тереңдетүүгө бекем умтулат. Өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нургожоевич Жапаровдун былтыркы жылы Казакстан Республикасына болгон мамлекеттик сапары, анын алкагында орун алган маанилүү сүйлөшүүлөр, кыргыз-казак кызматташтыгынын күн тартибинде турган бардык маселелер жана багыттар боюнча кызматташууну чыңдоого жана активдештирүүгө чоң түрткү берди. Уважаемые коллеги, в торгово-экономических отношениях наша страна добилась
положительной динамики. Объем взаимной торговли с каждым годом растет. Так, по итогам 2021 года он вырос на 35%, составит более 1 миллиарда долларов США. Мы нацелены на доведение двухстороннего товарооборота в ближайшей перспективе до 2 миллиардов долларов США. 26 мая мы ожидаем президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева с официальным визитом в Кыргызстан, что бесспорно внесет значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами по всем направлениям. Успешное проведение данного визита важно для кыргызской стороны и является одним из ключевых в цикле мероприятий, посвященных празднованию 30-летия установления дипломатических отношений. Также в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений запланировано проведение Дней культуры Кыргызстана в Казахстане, установление памятников героев эпоса «Манас» в городе Нур-Султан и казахскому поэту Абаю Кунанбаеву в городе Бишкек, а также ряд других мероприятий. Хотел бы отметить, что проводимое нами 10-е заседание Межправительственного совета является своего рода подготовительной работой предстоящего визита президента Казахстана в Кыргызстан. На встречу в узком кругу мы только что обсудили детали упомянутого визита, а также провели содержательные переговоры в лучших традициях наших братских взаимоотношений. Обсудили договоренности по образованию индустриально-торгово-логистического центра на кыргызско-казахстанской границе и оптово-распределительных центров на территории Кыргызстана. Профильные органы продолжат работу над практической реализацией этих проектов. Согласованные решения и поручения по итогам переговоров отражены в протоколе 10-го заседания Совета, которое мы с вами сейчас подпишем. Я надеюсь, что они будут реализованы в полном объеме и своевременно. Хотел бы пожелать нам успешной реализации этих важных событий в нашем двухстороннем сотрудничестве. Уверен, что сложившиеся между нашими народами дружественные братские узы, в основе которых лежат общность истории и культуры, взаимопонимание и доверие, поможет нам вместе двигаться к общей цели – процветанию и повышению благосостояния наших народов. Курметті Ахмедбек Усенбекович, курметті отырысқа қатысушылар, сіздерді Қазақстан-Қырғыз үкіметаралық кеңесінің 10-шы отырысында кездескенімізге қуаныштымыз. Ең алдымен құрметті Ахмедбек Усенбекович, сізге Қырғызстанға шақырғанға және біздің бүгінгі шарамызды жоғары деңгейде ұйымдастырғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Қырғызстан біздің негізгі сауда-экономикалық серіктестеріміздің бір ғана емес, ежелден ауылы аралас, қойы қоралас жатқан бауырлас мемлекет. Биыл біз дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуын атап өтеміз. Осы жылдар ішінде берік және сенімді байланыстар қалыптасты. Саяси, сауда-экономикалық және мәдени-гуманитарлық салаларда жемісті диалог жолға қойылды. Мұның барлығы біздің халықтарымыздың арасында тамыры тереңде жатқан өзара туыстық, достық қарым-қатынастардың айқын көрсеткіші. Уважаемый Ахылбек Усенбекович, уважаемые участники Межправительственного совета, качественно новый уровень казахстанско-кыргызским отношениям придал государственный визит президента Кыргызстана, уважаемого Садыра Нургажаевича, в Казахстан в марте прошлого года. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках подготовки официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Кыргызскую республику, который, несомненно, придаст дополнительный импульс стратегическому партнерству между двумя нашими странами. Ранее главы наших государств поручали довести взаимный товарооборот до 1 миллиарда долларов. Мы достигли данный показатель. Очевидно, что это не предел. Считаю, что существует значительный потенциал. Теперь перед нами стоит новая задача, как вы только что сказали, уважаемый Ахылбек Усенбекович, довести уровень товарооборота между нашими странами до 2 миллиардов долларов. Для достижения данной цели мы предлагаем расширить номенклатуру взаимной торговли. Мы готовы увеличить казахстанский экспорт за счет новых 190 товарных позиций. Необходимо ускорить реализацию проекта по созданию индустриальных торгово-логистических комплексов в районе пункта пропуска Карасу-Ахтылек.
усилить меры по предотвращению теневого товарооборота путем обеспечения электронных счетов фактур на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС, проводить на постоянной основе торгово-экономические миссии. Я убежден, что принятые сегодня решения внесут весомый вклад в дальнейшее развитие и углубление полноформатного сотрудничества между нашими странами. В завершение хочу еще раз заверить о наших намерениях всестороннего взаимодействия с братским нашим Кыргызстаном в духе добрососедства и стратегического партнерства. Благодарю вас за внимание.